Okay, this is the beginning of the video for the mom tag. I wanted to do kind of a day in the life in a way, because I really want to show her and see her in her element. You guys have asked amazing questions on Instagram, so I'm really excited to hear everything she has to say. Okay, Saturday. Mom tag. Here we go. Hello, mama. Привет, дочь. Ты меня задерживаешь. Sorry. Sorry. Сегодня дурдом ромашка. Как дела? Ничего. Ты хочешь кушать? No. Чай? Okay. Май. Okay. Твою... This is the money tree. Мама верит. Что маничи везде должен быть. Значит, на этом дереве висели да. по 50 долларов, да. по 100. Ну, а где они? Вот я хочу задать вопрос. Ну, я знаю, кто был в гостях. Так это как что? Как это сувениры для гостей? Ты здесь ставишь деньги, чтобы они брали? Нет, это сувениры для меня, чтобы гости вешали. Но кто-то пришел, не будем называть его имя. А он related ко мне? Может? Look at us, babies. Я называю уголок Дурова. Что это значит? А все русские знают, что такое. Это как... А я даже... А как я это должна... Title. Уголок Дурова. На английском. Уголок Дурова это был... Он занимался животными, у него были там всякие зверюшки. А, так это твои зверюшки? Oh my god, this is my... 20th. Какие babies. Я думаю, была красивее. Еще красивее. До детей и Гэри. Опа. The newlyweds. This one. This guy graduated by accident, I swear. Очень ты красиво говоришь. Что, говорю правда? Так, мама. Да, дочек. Я сегодня как звук на стене. Я буду тебя спрашивать миллион вопросов, и ты мне просто отвечай. Окей? Okay? У меня нет ответа. Нет ответа, говори next. Окей. Okay. Очень много людей спрашивали меня, почему ты решила уехать с России. Потом, почему ты решила уехать с Израиля. И приехать в Канаду. Так давай начнем с России. Такой вопрос такой, мне абсолютно понятно. Мне кажется, в России все хотели уехать. Тогда? Потому что я предатель своей страны. Я очень люблю Россию, любила, но были очень тяжелые времена. Мы уехали с тобой в 90-е, когда была сумасшедшая. Но ты уехала из-за... Антисемитизм или ты уехала из-за... Из-за того, что начался беспредел. Да. И все это знают. 90-е это было ужас. Так вывезли какие-то бандиты. Уже просто физически невозможно было ходить по городу. О май гад. Мы же жили на Кавказе. Да. Так там было вообще. Там вообще было весело. Там спускались с гор. Подъезжала машина, и могли с остановки девочку забрать в машину. О май гад. Ага. С оружием все ездили, стреляли. В общем, весело было. Crazy. Окей, так ты уехала. И это ты тоже мне рассказывала, когда мы были в России, мы говорили об этом. Ну, ты приехала в Израиль. Почему Израиль? Ну, а то какая страна меня еще ждала? Да. Приехала. Туда, куда я могу. К народу. К народу, к своему. А почему ты решила ехать с Израиля? Ну смотри, есть. Потому что я буду выглядеть. Не, ну серьезно, это ты не должна здесь делать representation, это не UN. Ну, я не делаю presentation. Как и было, так и говори. Наверное, последняя точка это был дельфинариум. Когда взорвалась дискотека, ты как раз подрастала. Да. Ну, и все. Мозги мои перевернули.
Я помню это как вчера. Мы сидели на кровати, и ты мне сказала, мы смотрели, ты мне сказала, больше мы здесь, вы здесь не будете расти. Ну, я даже тебя отсюда вас увезти, потому что... А что в дольфинарами специфик, что ты не чувствовал их? Потому что было много террористов, атак. Такого не было никогда. Во-первых, дельфинариум это была русская дискотека. Да. И там пускали до 12, до 11 девочек бесплатно. Да. Ты могла быть в тех рядах. Да, это было crazy. Погибли сестры, все семьи, там семьями любили. Это был ужасный шок. Я, все это подтвердят, это даже невозможно передать. Да. Но это когда случилось? 2000? Потому что мы не сразу уехали, это был весь процесс. Через год. Нет, мапитом. Я была еще в школе, маме была в Исуди, я не была в Тихон. Я это помню, потому что ты это сказала, мы здесь не будем жить. И потом мы как будто об этом больше не говорили. Ну, и я прошли сюда в гости. Года прошли. Ну, так и ты это все делала. Нет, так я и говорю, что ты как будто ты это сказала, это и все. Да. Как был проект уехать в Израиль? Так. Любой проект можно загадать и осуществить. Помнишь, когда ты уезжала, ты начала ехать, было... Мы с тобой не поехали. Ты первый раз поехала одна. Потом второй раз ты поехала одна. Ну, я же должна была куда-то вас привезти. 100%. Но то, что я говорю, что это было очень много sacrifices, конечно, что мы были одни. И я это помню. Я помню, что я на тебя злилась какая-то период, потому что как она меня оставила. Потому что у меня не были очень хорошие отношения с папой. И я помню, что я была злая, но потом у меня это как-то... Ну, это, конечно, прошло, потому что я увидела результат, что это все не Нет, было просто так. Ты уехала. Ты уехала в Европу. Какой результат? Из-за этого я уехала в Европу. Тоже неплохо. Нет, так я говорю, все случилось правильно. Так ты уехала. Мне было 16 лет, когда ты уехала на несколько месяцев. И тогда я решила поехать не Париж. В Париж. Не, не в Париж. Я да, в Париж, в да. Я улетала в Канаду, ты улетала. В Париж, потом в Японию. Из-за этого я так будет, если все было хорошо, красиво, я бы попу не подняла. Вот. Так видишь, что случается месиба. Боря очень сильно страдал. Это я помню. Маленький еще. Да. В календарике отмечал каждый день, когда я даже... А я как здесь жила сама, как ну, собака, я не знаю плакала даже. С утра до ночи. Ну как две иммиграции сделать? Ну вторая уже, я была профессионал. Так первое тебе было очень тяжело? Первое очень. Здесь я не боялась уже спать на полу или кушать с тумбочки. Почему? Потому что у тебя был буткемп в первый раз. Да, конечно. Что одевать? Посмотри, какую я сумку купила. Oh, so nice. Ой, это очень красиво. Посмотри, что тут написано. Так что это? А? Что это? Что написано? Валентина. Это жена Валентина. Какое у тебя было самое тяжелое решение, что ты приняла? Ну, когда надо принимать решения, не все самые тяжелые. Потом ты просто смотришь оттуда и думаешь, что это было. Ну, если ты сейчас думаешь назад на все решения, которые ты делала, которое у тебя самое такое осталось в memory? Сюда, наверное, приехать. Сюда. Потому что в Израиле тебе уже я было была комфортно. Конечно. Я не знаю, если я бы такое сделала. Не знаю. Это тоже чисто характер. Люди, некоторые довольствуются то, что есть. Да. Есть дом, есть друзья, есть работа, есть муж. Да. А ты какой? Нет. Характер у вас? Характер вот. Но все время хорошо в пути.
Ты знаешь, сейчас очень много женщин, которые не оставляют какие-то ситуации, потому что они думают, что они сами с детьми не смогут прожить. Так очень много остаются с мужем, и который или изменяет, или не любит, или она его не любит, или очень, просто плохо. Очень много таких моментов. Я, понимаешь, судить — это неправильно. Да. Тебя эфрид? Конечно. Потому что я сейчас скажу, что я такая бесстрашная, мне ничего не страшно. Я все время боялась, естественно, боялась. Я приехала сюда без документов. Великая звезда. Да. Ну, сказали, вы замечательная певица. Без бумажки ты говняшка, а с бумажкой человек. Ну, это все какой-то мэджик. У тебя всегда мэджик. Что ты веришь в него? Вот. Вот это самый главный ответ на все вопросы. Надо верить. Вот знаешь, это может быть даже хамство. Угу. Что это хамство? Хамство — это... Arrogance? Что ты не думаешь, может что быть ты... такого. Да. Почему ты такая уверена, что у тебя это получится? Да. Так надо Но иметь мы хамство. Мы же сами свои мысли себе проговариваем. Как говорят, наши мысли материализируются. Да. Понимаешь? Если ты все время говоришь, у меня получится, я буду, я достигну. Mm-hmm. When I started modeling, all the work was in Tel Aviv. We lived in Beersheba. So I used to take a bus to Tel Aviv. 200 шекелей. Yeah, and spend the day there to in taxis and whatever. So every trip of mine was about like 100, 200 shekels, which is quite a bit. And so my mother took another job. Not my stepdad, just my mom, took another job, and that's she used to help me, like giving me money for that. So that's how I basically started my career. She also went to work at a factory during the day while doing singing at night. Я понимаю, что это ты делаешь для своего. Ну, для своих я детей. Я не могла просить, а когда мне не давали, а деньги нужны были. Потому что он не участвовал. Stepdad не участвовал в этом. So that's why she took all the other jobs. But I was just telling her, doing this immigration, starting from zero, then building up yourself to a certain level, she was like recognized, you know, as a good singer, as a good performer. She used to get bookings all over the country. And you know, building yourself to that, and then go and get a second job at like a local clothing store or a factory, it's just like it takes such a sacrifice of your ego. Мама, что была твоя мотивация начать свой бизнес? Я очень хорошо знаю этот бизнес. Я всю жизнь в нем. Ну, я понимаю, но ты приехала без деньгах, без языка. И ты сказала, ну, хорошо, давай. Нет, не хорошо. Моя новая Thank you. Кошечка. So nice. Smell of new car. Мам, я думаю, тебе надо это повесить, нет? Это самое меня... Amazed is, что ты получила права. Рима. Что с тобой? Мы стекли за коровой. Ты стекли. Где коров? Вот этот столб. Что ты придумываешь? Я уже отрепетировала, я счесала все бока машины. So my mother Хорошо. Never drove. Что, ты, до Канады ты никогда не везла машину? Не, у меня были права еще в России. Но я это ездила. Как будто. Это как будто. Это вообще у меня шок. Приехала. Guys, you should have seen when I came to visit her. She bought this truck for like, сколько было? $1,000 этот truck. Да. It was like Большой, an infinity. И был похож на танк. На танк. И цвет такой у него был. Как... Зеленый. It was $1,000 she bought it. It made sound, it leaked while driving. But it was a tank. She literally broke the whole city. Like everywhere, remember everywhere we drove. She bumped into something. Это было что-то. Ну хорошо, научилась? Еще как научилась. Окей, что тебя мотивировало начать свой бизнес? Потому что ты могла продолжать работать так, как ты работала в Израиле. Конечно. Ну?
мотивировало, что надо двоих детей поднять на ноги. Тоже. У тебя был какой-то фактор открыть свой бизнес, потому что ты не хотела быть зависимой? Естественно. Какой ты думаешь, зависимость... процент это был от твоей decision пойти на это? Большой. Я всем благодарна, кто мне помог сделать это плохими или хорошими методами. Понимаешь? Вообще за все надо благодарить. Вот смотри, не получился бы разрыв с твоим отцом, и не произошла там какая-то ситуация с Леней, да? Угу. Ты знаешь, как я очень сильно пережила это. Ужас. Угу. Это правда. Вот этот, наверное, очень сильный был удар для меня. И не ожидала. Что у тебя самое большое, что ты сожалеешь? Что ты сделала в жизни? Сейчас я сожалею, что не дала достаточно внимания маме. Не плачь, мама. Ты очень много дала ей. Но мы же не видим. Okay, so this is my mother's banquet hall. This started from that little box there. Her first restaurant was a tiny little thing in there. She sold that and she opened this. Okay. Тоже дурной. Босс. Oh, just for me. This is you getting a behind the scenes. They have a huge event today. This is where the stage is. There's gonna be so much food here that you won't be able to see the table. Let's just follow her now. Ну и что? Я хочу показать, как ты. Заходи. Здравствуйте. How are you? No big deal. Кавиар везде. Здрасте. Как у вас дела? Это шеф на работе. This is the party already started. We're crashing a party. Oh, it's so pretty. Что, это бат мицва? Привет. Hello. Это бат мицва? Да. So nice. So, as I mentioned, my mother, when she moved to Canada, she worked at this little restaurant. She worked at a few, actually, as a singer. Сколько ты работала как это до открытия Элит? Не вот этот, а другой даже. Полтора года. So, she moved here. She worked as a singer for a year and a half. Then she figured out how to be creative with finance to be able to open her own business. And she got that little, she actually bought from someone. There was a restaurant before. It was like a fraction of this restaurant. And she opened her own restaurant. She was competing against people that were in this business for a very long time, had Russian restaurants for a very long time, and it's a very niche market too, so like you need to know what you're doing. And then she sold that one. Now there's a Georgian place there, so delicious. And she opened this one, and this is obviously much bigger. This hall holds about up to 180 or 200 people, and then the other one is smaller. And if you see, it's very... How do you say it? You know what I mean. 22 people working under her. And people, it's amazing because people feel like they come to her house here. My mother has always been such a positive light. And as far as I can remember, we always had party in our house. She would always put things together. So yeah, so this is now the fruit of her hard work. And it's super cool. We come here for holidays, for most of our events are here, to be honest, because it's the best. One thing I can tell with my mother is that she's amazing with people, and she's
always gives, 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 gives. And I think that all came back to her with this business or clients or in general, everyone feels like she's invested in them. So I think that's a huge part of her success. This is her little office. This is some of her happy newlyweds. Ти чувствуєш, що ти готова перейти на следующий шлаб твоей жизни? Потому что ты себя доказала, построила, сама все сделала. Окей. И что next для тебя? Понимаешь, у меня есть противоречие само собой. Я себе говорю, что я уже больше не хочу работать. Я буду сидеть с внуками. Ну ты знаешь, что что-то там бурщится. Что-то в животе кружится, понимаешь? Что это будет дальше? Ты не знаешь. Когда ты чувствуешь, что, может быть, ты должна была подождать, иметь детей? Нет. Ну я-то... Мы-то родились в другое время. Да. В 22 ты уже никому не нужна, ты старая. Но если ты не замужем, не понимаешь? А сейчас это правильно. Что значит? Ты еще никто не встал, не посмотрел, не погулял. Так сейчас ты бы сказала молодой девочке взять это время для себя и конечно, понять, кто ты. Конечно. И тогда ты уже узнаешь, ты сложишься как личность. Так как ты меня поженила так рано? Ну, для меня это самой сюрприз. Скажу, я однозначно знала, что это будет очень долго. Что для тебя значит женщинство? Женственность. Женственность. Женщинственность. Для меня женственство. Женственность. Женственность значит быть нежной и сильной в то же самое время. Что это очень тяжело делать, баланс такой. Знать, когда это время каждому фрагменту. Понимаешь? Ну вот у тебя это лучше получается. Ну что это для тебя значит, женственность? Я тоже поддерживаю тебя, что надо быть и ласковой, и нежной, и сильной. Но по своему характеру я где-то не очень женственная. Понимаешь? Ага. Вот у тебя есть этот баланс. Ты умеешь красиво разговаривать с мужем. Ты говоришь, вот чему ты хочешь научиться у меня? Вот этому, наверное. Но уже поздно. Никогда не поздно. Просто много работы надо. Как ты разговариваешь спокойно с детьми? А мне хочется. Как ты балансировала быть мамой и работать? Или ты никогда не чувствуешь, что у тебя был баланс? Что баланс это каждому значит что-то другое. Смотри, нянек. Ну вот с Бори была няня уже, у Бори. Да. Помнишь, да? Приходила да. Женщина. С тобой это вообще все, кто мог, кто-то сидел. В твоем варианте это уже как-то все распланировано более-менее. Да. У нас не было вообще никакого режима, никак. Ты, особенно когда мы приехали в Израиль. Да. Тебе 2 года. Я пошла работать в этом ресторане. Я резала салаты, потом пела, а ночью мыла посуду. Да. Ты выросла в ресторане. На стульях. Какое воспитание было? Где? Так, ну, я чувствую... А потом, когда получала деньги, я должна была тебе купить наряд или игрушку. Здравствуйте. Потому что как компенсировать. Да. Понимаешь, что так я не могла тебе так не был план, дать. Как сегодня? Не было. Ты чувствуешь, что сегодня родители too much? Too much. Вот поэтому дети какие-то... За них уже вы все решили. Да. Понимаешь? Окей. Будет хорошо. Молодец. Тов, ты у меня звезда. I love you. Одну чисто в стол подставить. Раздал еще картошку, такие довольные. Я и душа. Да, дорогие мои, картошка выходит, сразу готовьтесь на суп. Когда мы вырастем? А если люди не пришли? Ну картошка. Сколько? А если их двое, два человека? Посмотри,
Salut, j'aimerais.